Так, мы вернулись. Еще раз привет всем тем, кто присоединился к нам. Только что я прошел последнюю 9-ю миссию на бруталити, на брутальном режиме, кто бы там что ни говорил. Вот. Без особого угрызения совести это сделал. Сейчас юзер стартанет с новой кампанией. Это компания будет за Харконненов. Все тот же хак Razer Missions. До последней 80-й сборки. Играть будем на разогнанном, на этот раз Миднафине, чтобы было веселее. Да. Так, ну, наверное, погнали. 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 Так, какой там уровень будешь ставить? Уже стоит все. Уже стоит. Новое управление, уровень сложности, хард. Ну вот так вот, на харде. Да, с самого хотите начала. Хотите хотите нет. И сначала, да, с самого начала. Харконнен. Жестокость. Вот уже 100 лет отважные Харконнены борются за Арракис. Да, вот уже много лет безжалостный дом Харконненов наводит ужас на всю вселенную. Стандарт. Листаем? Да. Я буду твоим советником, мое имя Рандор. Для начала ты должен убить всех фрименов в регионе. Этим ты докажешь свою преданность дому Харконненов. Убей фрименов. А совет, кстати. Нет, совет. Советы не дают. Оповещение, какое вам оповещение в ВК? На этот раз я буду читать. Все полностью в моих руках. Играет юзер. Вещает Липец. О, какие красивые смотри. Черненькие, какие они там. На YouTube, к сожалению, стрим не идет, ну, по крайней мере, не должен идти. Разогнанный Миднафин. Если идет, то знаете, выпирать стиль. По крайней мере, она не на время. Ну, я так понял, здесь убить 1000 собирать бессмысленно. Алекс считает, что тут фримены совсем фуфловые. Воды их вообще месяц. Фуфло фримены. Куда ты его забираешь? Ты, отстой! Короче, фуфелы. Этот отстой забрал моего Харвестера зачем? Представляешь? Ага. По-моему, это баг какой-то. Вот твою мать. Стреляет. Дови собирай, наш лозунг. Да? Что там продается-то? Ни хрена себе мотофактори в первом уровне. Ну, Razer, конечно, того. Да. А в этом воре ракетчики нет? Не знаю. Вот тебе вор. Помнишь, ты спрашивал, что ракетчики такой вор? Ракетчики в нем? Да, не да, знаю. Да. Вот это и есть вор. Это академия, короче, где готовят академиков-ракетчиков.
Вот скотина. Да куда ты едешь? Готовят воров и карманников. Воры академики. Да нищие, блин, вообще просто. Куда они едут? Они едут вообще. Вообще просто. Юзер в шоке. Они кончаются или нет, интересно? По идее. Наверное, они где-то изготавливаются, мне кажется. Нет. А тут только трупер. Ну, ракетный зато. Да? Конечно. Есть еще специальный факультет попрошаек. А давайте речи метода на блатной жаргон переведем. Да у Кнюплекса там есть такие речи с блатным жаргоном, между прочим. Понял. Давно. Тоже. Ну, кучу собрать и отправить. Так, лимит уже. Лимит, как мне Razer сказал, 12-12, по-моему. Первым. Ну, чё-то как-то маловат. Повоевать-то дайте. Ну, для первого миссии-то. Хватит, а для войны нет. Что надо как кармажа быть, сволочь? Там получается базу врагу вынести. Ну я не знаю, может быть там флаг стоит на юнитов именно. Базу может быть не обязательно. Но лучше все-таки развалить барак. Лучше. Короче, проще базу развалить. Эта миссия напоминает так называемые шаровары, программы, которые именуют себя бесплатными, но пока не заплатишь, на тебя накладываются всякие ограничения. Странная аналогия. У меня тоже была какая-то миссия на ранних миссиях. То есть там надо было именно собрать энное число спайса. Но проще было разнести базу, чем собрать спайса. Поэтому... То есть там и то можно было делать. Все, разнес базу. Юзер выиграл. Поэтому у меня тоже было такое. Хорошая работа. Все, что... Продолжай служить нам, и тебя ждет достойная награда. Надо было играть на бруталити. Да вы вообще озверели. Так. Эксплозионс, взрывы. Вот тут пока не купишь полную версию, лимитов 12. Нет, насчет лимита тут... Том Харконинов направляет тебя в более опасный район. Там находится база бесполезных... Ну, хочешь ты, нет? Там находится база бесполезных отрейдесов, которым нужно помешать собрать 5000 спайса. Также в регионе были замечены фримены. А как мы узнаем, сколько они спайса соберут? Ну, не знаю, наверное, Razer выведет на экран. Скорее всего, они охраняют базу отрейдесов. Я уверен, что ты выберешь более кровавый... действенный способ выполнения нашего задания. Типа замочить.
Ну, это была такая фраза в оригинале. Твоя основная цель — избавиться от Атрейдсов. Это совет такой? Да. Ты мне зачем цель говоришь, если ты мне... Хотя вид трупов фрименов нас, несомненно, порадует. Ну, вот это вот совет называешь, Липсик? Что-то вот не похоже. Цель он уже дал. Вот я нажал совет, он мне опять говорит цель. Ой, ладно. Да, то есть английский хромает все-таки. Да, и русский, надо обе ноги. Вот насчет с лимитами, у Razer как раз с этим делом полный полет фантазии, полный беспредел, короче. Вот. То есть всего вообще в избытке. Ай, как вот как вы видели на последних миссиях. Докосил. Ну понятно. На одну клетку не доехал. То есть спайса генерируется. Лимита сколько хочешь, лимита юнитов, лимита зданий, то есть никаких проблем, практически неограниченные возможности. Но это на последующих миссиях. Ой, не то дело. Считайте, что у вас лимит времени. Ну вот, время там хотя бы было видно, время, а тут ни хрена не видно. Спайс. Короче, непонятно. В совете цель совета. Угу. Ну, знаешь, странно, пипец просто. Нужно открыть врага, пока он не соберет спайса, чтобы на танке бабки сливал. Ну 5000 это сколько? 5 харвестеров, что ли? Ну тут цены такие, что он хрен он их наберет. Фиг его знает. Уничтожайте врагу харвестер, будет вам победа. Так, это кто у нас там? У нас в стримере торопится. Вот, и Алекс. Когда будешь стримить? Кстати, да. Причем своей же компании. Короче, это можно сравнить с хождением по канату на большой высоте. То есть непонятно, когда равновесие закончится, ты упадешь вниз. Ну это не, мне это не нравится, такое вот, такое внезапное поражение. Ну да, если бы выводили бы процент какой-то набранного. Вот или... в этом самом, в описании, там же сказали, если чтобы враг не собрал 5000, там уже какая-то цифра есть? Нафига нам эта цифра вообще? Харвестер со второй миссии, или 500. Ну, со второй миссии. Ты когда видел Харвестера во второй миссии? А, да, я видел Харвестера во второй миссии. Да, за Атрейдесом. За Атрейдесом видел. Нет, я имею в виду вообще в других компаниях. А вообще не видел, да. Ну, у него тут совершеннолетие в этой компании наступает раньше, чем обычно. В 10 лет. Так и здесь вот. Понятно. То есть тут, вот MCV, пожалуйста. Откуда он? А танки будут, если я сейчас радар покажу? Думаю, будут. Серьезно? Ну, построй. Будет завод, может быть, тяжелый. Денег жалко, чтоб сливать. Ремонт не есть. Там может только в тяжелом заводе они быть. В легком вряд. Вряд ли они будут. Походу Razer свалил с концами. Наверное. Доделывает чего-то там, наверное. Я чую, зря я ее стримил. Да-да, он скажет, ой, там все не так. Да заезжай ты дно! Бесит меня вот эта вот хрень.
Да она уже заезжала все мозги. Так, Нюплекс пишет, что Razer танк с второй миссии и ремонтный. Я понял его намек. Ничего не появилось. Электростанция просела. Проблемы с микрофоном у Алекса, поэтому стримить не может. Ну стрим, не знаю. Микрофон стоит 50 рублей. Да. Вообще не проблема. Без микрофона можно. Ну так, конечно, хрень, но... Ну 50 рублей, я не знаю. Сейчас в Крыму там туризм процветает. Ну да. Ну вот. Вчера тут танки. Конечно, танки. Вторая миссия. Как без танков? А как у меня же те танки? Ладно. У тебя тоже не... Вот в этом заводе. Вот я тогда проиграл. Раз у меня танков не было. Рейза пишет, я смотрю, просто параллельно работу делаю. Работу ты делаешь какую-то свою или работу связанную с Дюной какую-то. А, ты не можешь стримить, пока в комнате кто-то есть. Ну не знаю. Как. Что можно сделать с тем, кто в комнате есть? Юзер с новым управлением смотрю. Конечно. А, свою работу какую-то. Так ты работу нашел, Razer? Все-таки. Ну, наверное, что же он там на шее, что сидит или чужой? Не знаю, там конверты клеить и марки на конверты. Какой ты злой. Чей нормальный мужик с руками, почему он работает? Ну не знаю. Не думаю, что должен быть. Чем прав... можно заниматься? Димидрол пытался на работе посмотреть стрим. Я сныкался в вагоне, внезапно подо мной газорезчик начал резать пол. Идеален. И ты упал на него, что ли? С этим полом? В интернетах все работало. Берут на работу в кризис. Каждый день все узнаю. В Москве проблемно, наверное, работу найти в Москве вообще. Ты, наверное, смотря за какие деньги. Ну да. Тут можно... Можно поспорить. Ну, не будем этого делать. Юзер, танки на второй миссии, хлам ненужный, джипы намного лучше, Нюплекс пишет. Ты на третьем танке хлам. Он и мне, помню, говорил, что танки. Ну, они, блин, что-то быстро дохнут. Не только в Москве. Но в Москве особенно. Это какое-то захолустье на самом деле. Там работы нет никакой. Ж Москва. Не резиновая. Поэтому. Димидрол, ты давай на работе. Не зевай. А то приварят еще к чему-нибудь и не заметишь.
Сибири, в Сибири найти работу идеален. Проиграл. Вот самолеты летят и танки горят. Я даже не нашел, где они собирают. В середине, что ли? Поверить не могу, что ты проиграл. Ну им, видимо, на харде многовато привозят. Да я не догнал, найти где-то спайс, он, ну, видать, в середине собирает внутри базы. Непонятно. Рейзер в интернете до хрена зарабатывает. Зачем куда-то идти? Блин, ну эта миссия просто тролльская. Ну да, просто. Ты никогда не знаешь, когда жопа закончится. Я говорю, и спайс, похоже, она собирается там в середине базы. Не, ну зная точно, может быть, можно как-то. По шурику. Ну что-то я не миссия знаю. В стиле Рейзера расчет на быстрый штурм, говорит. Ну сейчас я побою, я не буду строить танковый, вообще не буду радар, я же денег потратил. Я просто сейчас этими вот малютками начну. Здесь нужно блицкригом, за Ордоса была подобная миссия, я уже там на такие грабли наступал, надпись пишет. Ну, не нравится мне вообще на время миссии. Особенно, когда ты это время не можешь никак увидеть, понять, пощупать, да. Это дважды хреново, особенно если на английском, как так, там вообще никто текст не будет читать, и подумаешь, это баг, и забьет вообще. Ну да, конечно. Да ты-то читал, а рядовой человек, рядовой сибирский. Да он столько танков еще наставил. Это вот такую миссию может проходить, зная точно, где стоит. Вот разработчику хорошо проходить. Ну, это надо карту лоукараундом открывать. Ну да. Я сейчас потому что поеду, меня будут выносить там. Хотя, хрен ему. Ну как едешь, ну да нищ. Ясно, что там флаг стоит на то, что сколько собрали там спайс. Это ясно, по-моему, это ясная поляна. Такого не было раньше флага, он появился. Наверное, 80-й или в какой там сборке. Но проконтролировать это вообще нереально. Это сказал бы ты, вот... Если этот комп построит там 8 танков, то ты проиграл. То же самое. Никак не проконтролировал. То есть это чисто на веру вообще принимается. Вот все проиграл. Не знаю, мне кажется, это не очень хорошая идея. По крайней мере, вот таким образом реализованная. Быстро умирают, твою мать. Наверное, вот здесь они собирают. Ну тут смотри, что. Пипец просто. Найкл советует на пролом переть. Наверное, это Алекс предложил, наверное. Ну, я считаю, что... Не вижу я пользы в этом. Вот в этой данной миссии. Я да тут даже дойти не знаю, как тут везде эти на пролом завод бить что. Может он пишет там поролон?
Он вылетел, что ли? Висит у меня. А у меня там тоже это, курсор на земле. Ну сейчас вылетишь тогда. Вот, залез. Нет, ты не вылетел. Да, танки, хлам просто. Ну, не да скажи, что там вообще. Тоже. Уже и стены есть второй миссии. Жаль, пушек только нет. Да, турели нужны, нужны как. Непорядок без турелей. Найт, я слишком близко подъехал, дурачок. Чтобы сделать миссии, кто быстрее соберет, это должно научить игрока концентрироваться на поставленной задаче, не тупо наносить базу, а именно нарушить врагу добычу. Ну, как-то концентрироваться на этой задаче, вот, да вот, что ты? Вот этой самой концентрации что-то ты не получаешь удовольствие вообще, на мой взгляд. То есть просто так вот сказать, решать эту задачу без решения сопутствующих задач нереально. Вот он сейчас что, решает эту задачу, что ли? Да он отбивается. Какая там нахрен? Какие задачи тут, а? Вот еще и десант, походу. Рейзер, что ты делал, я не знаю. Вот и да он, главное, поставил в середину, но ты поставь куда-нибудь, я не знаю, где бы я мог достать. Как я достану в середине базы? Везде танки, вокруг танки, в бринзе, что ли? Вот... Пипец просто. Вот я играл в Atreus. Самая сложная миссия была, как ни странно, первая. Нюплекс, тут нету. Тут вот тупик, стенка. Тут тоже куча юнитов за тобой бегает. Тут стоят юниты. Тут нет слабых мест. А здесь вторая, походу. Я бы хотел слабые места найти. Вон танки прут. Вон в щель, если. Ну и чё в щель? Там вот юниты стоят. Вот они. Я туда даже доехать не могу. Не то, что... Да. Ну тут не два дома, или тут, ну тут они эти. Ну десант, походу. Ну может быть, ну да. Ну кривая хрень, вот, я повторюсь. Я считаю, что в этой миссии нельзя сосредоточиться на одной цели. Ты понимаешь, нельзя. Я не могу сделать широкий денежный поток, потому что они за это время соберут. И в то же время я не могу построить ничего путного, потому что. Пишет, что там слабое место есть. Рейзер всегда делает слабое место в таких миссиях. Ну вот я сверху проехал, снизу проехал, середину не проехал. Нет там слабых мест. Тут основная идея Атрейдеса завалить, а вы на Фрименов прете все время. Кого завалить? Атрейдесов завалить. Атрейдесов. Димитрол пишет. А это же кто, я же на кого еду? Тут, походу, два дома, что ли, получается, если так-то. Фримены это серые. О, серые это фримены. По-моему. А нам надо синий говорить, да? Не, ну в хаке же не это, непонятно, какого цвета какой дом. Ну мы видели зеленых, на зеленые, на зеленых. Да. Зеленых, зеленых защищают. Откуда вы знаете? Ну вот я когда играл в миссии за Атридесов, там вроде они синие все-таки. Все-таки синие. Может базучка? Не знаю, не поможет. Ну базучков побольше бы надо делать. Люди, они хорошие люди. Вот в этом хаке люди хорошие, но дохлые. Зато дешевые. Мэтр, ты играл в эту миссию?
Не буду читать, где слабое место. Достаточно того, что оно тут есть. Не, ну просто если это не те, я бью не тех, то тогда можно, да, сейчас поискать, сейчас еще джипик не поедет. Ищи синих, наверное. Сейчас ищу. И мне просто барак поставить надо. Чтобы если что, отбиваться было чем. Слушай, а там про отрейдсов именно сказано или про кого-то? Нафиг. Вот и думай, гадай. Откуда у фримонов вообще такие технологии, я не понимаю? Это тоже вопрос открытый. Чушня. Это чушня. Вот люди, они хорошие люди, да. Фримен. Дурак, что ли? Поехали, чё встал? А вон отрейдерский. О, пусть по своему этому мочит. По заводу. Так, ну вот тут завод получается. Два этих, все что ли? Два, да, два барана. Не барана, а... То есть их надо тупо обойти и убить. Удерживая оборону в это время, да? Можешь не добивая захватить, попробовать. Можем попробовать. Два барана у ворот. Ну это попроще, если тех убить нам. Может и имеет смысл. Да, ментат сказал, что надо замочить отрейдсов, пока я не наберу 5000 спайса. А фримены будут охранять их базу добывающую. Блин, фримены охраняют отрейдсов. Идеален. Рокки, ты проснулся только? Тут нигде не написано, сколько набрали. Это в памяти написано. Надо пока играть, надо хакать и искать эту память. Я тебя не понял, потому что ты пишешь, и надо додумывать, чего там, какую мысль ты там хотел этим показать. Поэтому надо писать целиком свои мысли. Да твою мать. И тут танки прут. Куда ты побежал, дебил, залазь на горы. И харвестеры бьют, до свидания. Короче, надо придумать, как прервать добычу от Ридеса, а потом отстроиться и навалять всем, кто на карте. Гениально. О, отрезаться подошли. Ну все, захлебнулся, а так сейчас закончится. Ничего тут не это не делается. Вот самые сложные миссии, они самые первые. Ну да, а потом что-то всякая непонятность.
Как не убить от тех дураков? Угу. Можно попробовать харвестеры как-нибудь. Нет, сейчас вот те вот надо. Ты сюда беги. Да беги, костыляй ты, дебил, криворукий. Так, он пишет, не, ну за ордосов подобная миссия легче намного. Интересно на самом деле миссия, если разобраться. Если разобраться, в чем тут интерес, если разобраться, в чем он есть? Я что-то не нахожу в этом никакого интереса. Интерес только в том, что что-то новенькое. Но когда поиграешь в это что-то новенькое, интерес как-то улетучивается. А не чинит его. Ну нет. Хотя, может быть, там это, говорят, наверное, эмулятор, типа разогнанный, усложняет. Да что ты? Или что там, или сложность нормальная. Два полноценных базы врага на второй месяц слишком. Сейчас он выгрузится и все, наверное. Мне не нравится, когда меня торопят. Не нравится. Не, ну пускай торопят, но это вообще какой-то неочевидный способ торопиться. А ты не знаешь, чего тебя торопят, зачем, куда, когда. Да пусть стреляет по нему, о! Во, пусть стреляют. Захватить можешь, не добивая. Все. Правда нет читерства этого захвата больше. Да не плевать, у них же базы нет. А, ну да, тогда да. Ну вот уже они его не соберут, 5000, по-моему. Человеков делай, вот именно человеков, они дешевые. Там сколько эти бачки там весят? Все, капец. Я думал, надо серых убивать. Серых нереально вообще. Ты можешь и серых убить. Не, ну сейчас тогда уже можно попробовать. Ну, по идее, вот сейчас должна миссия выиграться. Если такая ерунда. То есть они точно не смогут уже забрать 5000 ни при каких обстоятельствах. Но миссия что-то она не выигрывается. Почему-то. Зато вон братва подкатила. Ну пипец, они меня сейчас убьют. Смотри-ка, выигралось. А, да это из-за того, что ты базу развалил, походу. Ихнюю, ну да, базу, всю базу убил. То есть тут все-таки дело не в, то, не в том, что они не собрали. Да, а вот базу. Хотя... Хотя и в этом тоже. Молодец, все-таки затащил. Ну, короче, мы, видимо, из-за того, что там был дурацкий совет, мы неправильно не запомнили, что сказал ментат. Потому что на английском. Нет, потому что там было за место совета цель. Мы на это заострили внимание. Да. Снова ты радуешь меня. Вспоминаю себя в твои годы, Лысятикус. Должно быть кровь. Харконнов течет в твоих венах. Ну да, Алекс, наверное, неплохо. Просто надо как-то одному проходить и читать внимательно. Все-таки надо ментата лучше писать. Хороший ментат — это, не знаю, половину миссии.
Power Spice. Вот я, поиграв в первые две миссии, думал, что вся кампания будет интересной и разнообразной. А в итоге ошибся, что она не стала разнообразной. Не, ну первый ничего было с бараком. То есть там бежали бесконечные солдаты. Ну вот первая и вторая вот миссия. Вторая, да, тоже ничего. Если правильно прочитать и правильно написать мента, то еще дальше посмотрим. Да. Презренные торгаши ордосы собирают в этом регионе спайс, который принадлежит дому Харконнена. Ты должен разрушить их базу. Сделай это так, чтобы никто другой впредь даже подумать не смел о том, чтобы сражаться против дома Харконнена. А советом мы не станем. А куда она? Что она не появилась-то, рамка? Кстати, почему-то она не появилась. Я один раз нажал уже. Ну, в смысле, как сказать? Я нажал, чтобы пролистнул в следующее сообщение. Можешь почитать. Дни баги. До тех пор, пока не сделают подтверждение, мы так и будем страдать. Для успеха операции тебе нужно построить завод по производству военной техники. Ну, завод военной техники, он... Не, ну мне стоило читать такой совет. Стандартная, не стоило, не стоило. Стандартный завод был, совет. Завод был в предыдущей миссии. Вот, вот. То есть одни не складутся такие. Классный перевод. Перевод. Надо, конечно, вот когда миссии делаешь, нужно, чтобы пятеро проверяло, что ты там наделал. Ну, в идеале, да. Читал, вычитывать ментат. Не ври, Кнюплекс, что я нажал в тот момент, потому что Липец читает быстрее, чем перелистывается там. И как только он дочитал, я нажал. Я бы советовал бы Кнюплексу заняться придумыванием сюжета для этого хака вообще. Потому что стандартный текст не очень интересен. А сюжет бы мог бы тут какой-нибудь насругать. Скорее всего, это уже стандартненькая миссия. Вопрос. Ну, судя по ментату. Там первые две только. Заманушные. Ну да. Вот вопрос такой, появится ли в этой миссии мамонты? Или пока еще не появятся. Хотя, если бы они появлялись, бы, наверное, ментатку корректнул бы там. Что появились новые там разработки. Сюжет про барон Франкендона. Франкендюна, блин. Тут сюжет весь сводится к захвату Аракиса. Тут ничего нельзя придумать. Ну как ничего? Первая миссия, цель захватить Аракис. Вторая миссия, цель захватить Аракис. И так далее. Все элементарно. Нет, я так и буду тыкать, чтобы при подъезде самолет не прилипал. Я не понимаю вообще. Да. Вот опять, по-моему... Издеваются надо мной. У юзера традиционные проблемы с игрой. Че она к стенке подъезжает и стоит? Тупенькая, что ли? Сюжет, да, ничего нельзя придумать. Миссии очень стандартные. Ну, а какие миссии должны быть? Давай, бабло, вези. Очень даже можно придумать. Я не знаю, кто, а ты... Ты уж точно мог бы придумать. Вместо этого дурасоса включаешь. Можно придумать такому гениальному.
придумывателю миссий этих самых сюжетов к ним. Давай быстрей. Вот-вот, начинаются отговорки. Алекс пишет, что это хак хороший, но не идеальный. Не хватает сюжета Рейзеру, не хватает. Ну посмотрим, что дальше. Нюплекс бы сделал что-нибудь. Ну да. Рейзер Боланспи, Нюплекс сюжет. Да. А Рокет картинки рисует. Кошки. Да. А юзер тестирует и всех ругает. Не нравится. Рейзер пишет, да идеальный хак нельзя сделать, всегда найдут говнецов в хаке. Да ты видишь, тут еще не только ты, вот всякие машинки встают в завод и ни хрена не делают. Мне бесит вообще, тупизна их. Затуп. Основная фишка этого хака, это первая миссия графон. Что, опять не заедет? Нет, заехал. И короче, где черви? Где черви? Первая миссия нормальная, вторая миссия нормальная. Смотрим третью. Черви будет такого. Вот червей, кстати, в компании от Рейдоса было мало. Мало червей. Был какой-то один, и то союзнический я видел. Маловато червей. И что-то мне показалось, что десанта мало. То есть это... Вот эти две вещи, на мой взгляд, не добавляют идеальности этому хаку. Ты чё, меня сейчас просяет электростанция, да? Да. Прям чую, прям. Сейчас червей построили бы, съели бы эту говно, стреляющую лазером. Ну да. А Рейзер тут за сколько домов сделал? Все пять домов. За пять домов отпекачил? Да, да, да. Ну монстр просто. Так что труд вложен большой. Че я строю бундук какой? Стену себе, плитку ставишь. Он всегда за все дома делает. Ну это лихо, лихо, че нам. Да. За пять домов. Это лихо. Я, наверное, напишу обзор свой небольшой, или как получится, по поводу компании от Рейдосов. Посмотрим. В принципе, я и так много уже сказал, что я думаю про это, но все. Где обзоры можно почитать? Нет, обзоры в теме на Эмуленде. Но не обзор, а просто комментарий. Потому что обзор я писать не умею. Вот. Не поэт, не писатель. Там затеряются, ну и что, пусть теряются.
Главное, чтобы кому они интересны, их прочитал, остальные как бы им-то это зачем? Алекс пишет, у Карконов получается ракетный квад, ракетный. Как он там называет, димедрол или как там? Питбуль. Питбуль. Ракетный. Буль-буль. Буль-буль, карасик. Так, ну что, пора что ли? Что надо затягивать? Сначала их всех понаходить. Потом да. Пора, наверное, что затягивать? То народ там заскучает. Стандартно, нифига он открывает, смотри. Ну, 7 клеток. Вот поэтому тебе и говорили, что разведывать надо не ракетницей. Ракетницей. И что ты делаешь? Вот я смотрел на чат. Я думаю, вот он реально видит ее или не видит. Ну, я смотрел на чат, как я ее вижу. Как ты можешь смотреть на чат и тыкать в это время? Ну, так вот. Я охреневаю вообще. А я как раз не ракетницы разведывал, я танками разведывал. Потому что у них скорость как бы. Ну, двудульным, двудульного тоже меньше, чем у однодульного, по-моему. У однодульного 4 клетки. У джипа 7. О, наконец-то. Ваш любимый червячок. Ну, он может быть союзником. Ну, Харконер. Но не твоим точно. А по дюнам слабо. А-а-а, умей. Какая-то грыжа за тобой бежит. Сколько этот песик стоит? Давай, жри его, отлично! Может, это реально союзник какой-то? Наверняка. Ну, пусть этого сожрет заодно. Сейчас попробуем, но, блин, скорее всего, не получится. Там танк! Тихо-тихо, тогда едем. Червяк Джим, знаете такого? Дрол пишет, вот я Рейзера уважаю, он фиксит косяки в своих миссиях, переиздает их вообще. Рейпс, меня убили. Рамарго, смотри, с другой стороны. Нафига ты их... А, ты правильно их поставил, кстати, в ту сторону. Они взяли и это, приперлись сверху. Строительно не уничтожили. Живем. Он фиксит косяки в своих миссиях, переиздает их, вообще ими занимается, а не плодит 1000 корявых хаков. Это ты на что намекаешь? Они так поехали. Была безумная атака, Алекс пишет, когда он отходил. Да, это точно, как раз вот она и была безумная атака. Потому что ты Харвестер открыл, и что ты ожидаешь? Конечно же, сразу атака. Рано открываешь, видимо. Это опять же по сценарию, по моему, если бы ты делал, тебе могут подготовка. Все-таки врань.
Это вражеский червь. Ну, конечно, он вражеский. Понятно. Может, даже фрименский. Вот он прет. Да, вот он прет, прям не останавливается. Ну да. Потому что. Ну почему ему не переть? Он накопил до хрена баблища. Вот он и прет. А если у него выбить почву из-под ног, то он уже не будет переть. Чем выбивать? Где он собирает? Надо было. Подготовиться получше. Ну и так ты тоже неплохо держишься. Ну а что-то на грани. За горы. Человека больше строим. Пока денег, наверное, только на них хватит. Нихера себе. Они паровозик сделали, короче. Они паровозик сделали. Таким паровозиком едут. Вот нормально нападает. А чё у тебя-то не нападает? Никуда. Потому что я не дал ему нападать. У меня там... Да ничего я... ты не дал. Вот у них деньги есть, они их накопили. Они я едут, говорю. Понимаешь, ничего ты не давал. Просто они не едут. Вся... Вот вся смотрите, их атака сколько... раскалывалась, а да мою оборону. Ты ничего не делал, ты сидел и ждал. Они момента пересиливания не было. То есть они ну запусти девятую миссию сейчас. Ты не пересиливал уже. Ну сейчас разогнаем. Да. Не совсем то будет. Блин, ну дольше сидеть на в третьей миссии, мне как-то желания нет. Можно было, конечно, дольше сидеть. А я тоже сидел долго. Неохота мне долго сидеть. Миссии поинтереснее были. До определенной миссии. До мамонтов, наверное. Здесь они, да, деньгами валят. Нет, тут у тебя оборона хреновая. Да, нормально была оборона. Куча человечков, куча питбулей. Да. Этого оказалось недостаточно. Вот когда пушками обставишь, там уже... А пушки можно строить? А ну, какая миссия, ну может быть, обычной пушки можно даже. Я просто не привыкну, что так рано можно что-то там строить какое-то. Может быть, можно даже будет. Ну, попробуем. Обычной только. Рокет пишет можно, но не знаю. Надо у Рейзера раз утащить. Горы мешают тут так-то. Ну попробуем сейчас. Просто ну, надо тут больше строить. Да и так дофига построил. Куча народу было. Значит мало. Ну, кто знал. Тут очевидно. Я еще раз говорю, неохота 3 часа сидеть и копить деньги. Ну ты будешь также 3 часа сидеть и также тебя будут валить. Ну я откуда знал, будут они валить. И теперь вот я знаю. Может просто и так вот прокатили. Наверное, не видел моего прохождения. Какого? Ну, за 3 часа. Увидел, ну ты долго сидел. Я долго, да. Охота. А тебе неохота. Ты хочешь да. все и сразу. Ну это. Недостижимо. Если что-то хочешь получить, надо время на это потратить.
Ну разве за исключением второй миссии только. Там принудительно тебя там заставляют, загоняют. Навязывают тебе этот спайс. Интересно, забор, не забор, плиту строишь. Лесенкой как-то. Песочный замок строишь? Да? Не упоминает. Какой Рейзер дал тот такой? Да. Вор. Ну уже ракетные трешки появились. Воришки ночные. Давай, хватит. Три минуты. И уже глянь, как развился. И это не предел. Пока они тебя сами не откроют, походу тут можно. Да нет, наверное, время-то есть. Время есть, наверное. Посмотрим. Пехота сыпется, слишком большой урон у любой другой техники. Песок, что ли, сыпется? Есть турели. Ну вот. Во, песочный замок он мне напоминает, точно. Вор ваш. Песочный вор. Да, непривычно просто на столь ранних миссиях. Ну у него видишь свой новый, как бы, свое новое дерево автор развития. Да, так видит мир. Ну, я не против, чё. По-моему, это только приводит к тому, что больше однотипных миссий вот, получается. В оригинале там хоть какое-то там какая-то разница была видна. С этой миссии там танки появились, с этой миссии там ракетницы появились, а с этой миссии пушки появились, а с этой миссии птицелеты появились, а с этой соники. А с этой дворцы, то есть вот сразу и запоминаешь поэтому сами миссии, какая она по счету. А тут все уже как бы, все уже есть. Единственное, там каракули там появляются всякие. Ну здесь видишь, новых юнитов уже еще добавили. Ну да, тут как бы из-за новых юнитов, но новые юниты, насколько они полезны, вопрос открыт. Ну,
Destruction complete. Reporting. Acknowledge. 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 Destruction complete. Они испорченные. Они новые. Acknowledge. Reporting. Reporting. Да что ты тормозишь-то? Чуть подтормаживает у меня периодически. Не знаю почему. Уж разогнанный. Ну вот, они не нападают до сих пор. Ну да. Ну вот видишь, ты идешь по моему сценарию. Сейчас начнут нападать, они расколются в твоей пушке. Скорее всего. Наверное. Ну вот, по моему сценарию идешь. Лимит зданий даже я не достиг на последних миссиях, а на этих-то уж тем более. Я Кнаклс спустя на самом деле не поддерживаю последнее изменение Рейзера в балансе, а какое именно? Спенсера пушка. Но с одной стороны пушки он усилил. С другой стороны, они теперь и у игрока сильный старый, я об этом сказал в начале стрима первого, что так как Razer усилил пушки, то теперь с ними оборона игрока будет лучше. Вот. Так что еще неизвестно, кто от этого выиграет, игрок или комп больше. Поэтому это... Ага, все-таки напали. Ну ты обвесился. Ну посмотрим, обвесился или нет. Обвесился. Они не будут нападать большим количеством. Ну посмотрим сейчас. Ну, максимум, не знаю, 5 каких-нибудь разных типов там рекрутся. Так уже можно открывать тогда. Блин, ты лучше карта. Отбей атаку первую, а потом уже это. Это джипиками, что они тебе? Ну, смотри. Нужны джипы, что ли? Тогда тоже казалось, что все нормально. Рей запишет правки тестовый, может все вернет. Ну, в том-то и дело, что тут как бы. Все это неоднозначные вот эти изменения. Они могут как на пользу, так и с одной стороны на пользу, с другой стороны на пользу. Поэтому раньше пушки были тем, за что трястись надо было и усердно чинить, следить за ними исправностью. А теперь они есть, есть. Да и пофиг на них.
Ну, довольно мощная пушка. Да. Я бы сказал. Чем у них гуляют? Ай! У меня электричество потухло, лифт. Ну да. Близко прям уже около их базы. Да они вон крутятся и ни хрена не стреляют. Блин, вот тоже хрень. Они не знают, с кого напасть. Смотри, чё. Хрень-то... Уже не понадобилось электричество. Людей строй больше. Смотри, прут. Усиленный как. У тебя в потолок, по-моему, лимит денег. Да. Все строй. Надо еще танковый строить. Ну сейчас посмотрим, поставлю здесь группу из 4 танков. Посмотрим, поедет. Ну вообще стреляет, нет? Куда он стреляет? Хрен разбери. Эй! Ты! Стреляет, по-моему. А куда? А вот в этого убило. Ну довольно живучая пушка. Но это танчики слабые. Видишь, Липс? Ну. Бегут. На танки. Стоящие. Хорошо. Ладно. Рава какая, даже на последней миссии у Липска такого не было. 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 Вначале было слово. Я даже решил временно строить не тяжелые танки, а легкие танки, если кто не помнит. Мне не хватало техники на них даже. Это крайняя мера, на которую я пошел. И вот после того, как легкие танки я наделал в нужном количестве, постепенно они начали отваливать. И я начал делать более тяжелые. Тут еще какие-то дебилы, смотри, что это можно принять можно. Какие-то ранние миссии более. Вот реально более сложные. И домов больше, чем на ранней миссии. Чини. Кстати, завод, по-моему, есть. Чинили. Есть. Ой, блин, ну ладно. Блин, мне его ставить некуда. Не куда-то. Да отвали. О, пусть нарывается. А че он тут пушками? Не бей. Так, вот без фрименов открыл, все, ты труп. Ну прям так категорично. Быстрее. Да что ты не попадаешь? Отлично. Идеально.
Деньги упираются у тебя, тебя бочком побольше. Ты же сам говорил, нафига тут деньги? Не, ну в твоем случае... Не, какой у меня успевай такой же случай, тогда, как у тебя, я строю. Танки. Строю я. Тяни там, не знаю, человеков. Хоть, короче, надо в дело да в строю, разом, вкладывать. Блин. А то ты труп, как Наклз пишет. Ладно, мне нужен еще один завод. Ну да. Так. Напали на тебя, кто там? Ордосы, по-моему. А воюешь ты за против фрименов. Идеально. Почему бы и нет? Какая нам разница, против кого воевать? Отвлекаясь на одно, ты пропускаешь другое. Ну и как тебя понимать? Ну, Кнюклис, как всегда, знание, сила, да. Сила, ложь. Да-да-да. За ложь надо платить. Нет, огурцы, понос. Говоря одно, говорят другое. Говоря А, говори Б. Я не знаю, как это понимать. Да хватит строить уже это дерьмо, блин, ты бесишь. Ну, вот я и говорю, у тебя ремонтный, вот он ее сейчас поставит. Нет, ремонтный завод можешь поставить. Экономишь, как ты мне там говорил, сколько там. Ну, только у меня без местность, видишь, какая здесь. Нет, ну, вон где эти пушки, я не знаю. Сейчас постараюсь поставить. Местность идеальная. Действительно. Рейзер позаботился. Так. Все правильно было. Да, берись. Сейчас чуть отожму здесь место, если дадут. Танк уже не отвечает. А вот да потому тока, что тока. Дерьмо. Если пушки можно было продать, то тогда... Тогда бы ты купил, что ли? Интересно. Петросян 2, слава Фримен. Вам тоже. Это третья? Угу. Она явно для третьей миссии жирная. Ты откуда там взял, почему зеленый? Не было же тебя там. Палата. Да-да-да-да. Царь, великий государь, да откуда же ты взялся? Не было же тебя. Ну че вот он, стреляй, давай, второй. Второй выстрел, когда первый сдох уже. Хер с вами. Заводов много, строй. Все строй вообще. Лучше технику строю, она хоть мобильная. Да погоди, я ремонтный хочу поставить. Вот это все 50 коробок я гаражу только для того, чтобы поставить ремонтный. Какие-то странные декорации. Сейчас еще и энергетика будет троллить. Может быть. Ой, блядь. Комп хитрит.
Нет, он нормально идет. Он у него база такая, что он так вот себя ведет. Но деньги есть, деньги-то есть. Поэтому выигрыш — это дело времени. Сколько тебе времени надо для выигрыша? Но он будет. Дело времени. Юзер воры даже есть. Воров хоть пускай отправит воровать. Такие воры? Ну, в академии у тебя два вора же. Угу. Вот, строй там тоже. Вор академии? Да-да. Вот, видишь, попёрли? Да, прикольно. У тебя вообще не пёрли на танке. Почему пёрли? Нет, на танке. Просто у меня пёрли. Танки пушки прикрывали. Да скопил ты силы, когда стоял, я же видел. Сначала пушки. Потом я постепенно от них отходил. Какая разница, постепенно ты отходишь или нет? Когда нет, появляется скопление, они начинают воевать. Когда я их накопил в нужном количестве. Присядку отходи, я не знаю. Нужное количество собрал, чтобы они смогли сдерживать самостоятельно атаку на себя, без пушек. Липецк, я же видел, как они ехали. Танки едут посередине в конец твоей базы куда-то. И в это время их мочат пушки и танки. То есть они стрелять не начинали практически. Потому что они ехали постоянно в одно и то же место, ну, такое, куда мне надо ехали? Было. Нет, ну это же баг. Это не баг. Это баг. Ну как типа вот сейчас. Едет хер на откуда. Это уровни такие. Сволочь. Удавил моего человечка. Где моя рамка? Какой-то один чел с Good Game у нас смотрит. 6 с Твича, 5 с Кибергейма, 1 с Good Game. Ну и с СК2, может кто есть, не показывают. Занять форы. Горы занять. Фор лёжа. Той же схеме. Ну, читерство, да, пипец просто. Той же схеме, как и у меня. Они раскалываются на эти пушки. Потому что пушки усилили. В том числе. Нет, броню, что Рейзер тебе наличил.
ты еще и лимита не достиг. Не достиг. Достиг, не достиг. Конфиг. Конфиг. Чат врет, вот Рокет никогда не врет. Красота. Как-то людей из гор быстро убирает, я не понимаю вообще. Скидывают. Казалось бы, укрепленный этот пункт должен быть там. Сиди себе. Сухари, суши. Потому что они как это, как моча. Дохнут. Как мочалка. Так, ну, у нас однодульный, так что можно разведать. Что-то посмотреть. Ага, понятно. Давай-ка. Да. Давай. Ну мало что ты открываешь вообще. Отлично, я все понял. Спасибо. Так, сюда все. Дай, отменись. А звука взрыва же танка же не было. В оригинале-то. А куда он делся? По-моему, его и не было, или был звук взрыва танка. Или был. Ну, то есть он взорвался и в тишине? Нет, был. А нафига его тогда заменили? Ну... Какой больше понравился, наверное. Кажется, как будто здание взрывается. Заспамил юзер. Просто заспамил. Хрен с горы как надо снять. Давайте, убивайте. Это третья миссия. Алекс только подошел. Ну вот по моему сценарию. Всё, да это обычный сценарий, всегда же так думаю про обычный. Нет, ну, необычный, нет. Обычный сценарий. Раскачиваешься, я первый раз ты их сам открыл. Пока тебя не нападут, это же обычный сценарий. Ты первый раз сам на них напал. Я не нападал, я разведывал, скажу. Ну, я открыл. Да вот козлы, ну ладно. Да мы все взорвем тогда, хере. А что-то у них забор. А, это Фрим. Фрим какая-нибудь корявая база. Вот у них, смотри, какие человечки с горы стоят. И ну ништяк, да, взять. Ну, да. Фрим нажишь. Мои. Но это уже готовые, а своих они таких не сделают. Наверное. Я за них не играл, там фиг узнает. В этом хаке. Стреляешь, дурак. Давайте мне, давайте мочить. Так, танк убить, давай. Убили, смотри, человека. Ну, каким-то образом, да, смогли. Так, может, слезли. Слезли. Спустили их с гор. Так, они кончились. Юзер посылает толпу за родину, за Сталина. Репортинг.
Это были бы рамки, группы, я бы еще, конечно, питбулей бы захватил. То есть я бы в группу выделил, допустим, 4 танка или 5, а во вторую группу выделил бы питбулей. И как бы, чтобы они сзади ехали. То есть сначала одну группу слайд, потом вторую, одну, вторую, одну, вторую. И было бы все красивешно. А так как групп нет, вот это вот тыканье, у меня уже голова закружилась. Ну, одной проблемы меньше. Что у нас тут дальше? Поехали дальше. Катаемся. Чё, изумруд нашел? Ну, видать. Походу мимо ткнул. Давай-ка разведаем. Что-то там большое пятно какое-то приехало. Ну что, Razer? Нужно будет опять конфиги колупать. Конфиги. А чё? Чё тебе не нравится, правда? По-моему, всё... Всё так, как и должно быть в такой ситуации. А чё не так? Я не знаю, что-то Razer пишет, надо конфиги полупать. Особенно девятая миссия. Девятая миссия. Да там и восьмая на девятую похожа. Я просто не стал так в глухую оборону уходить, как в девятой. Ой, что-то у него там жизни. Да что ты? Нет, это как перебор. А лучше сюда поехали. Все не так. А что все там? Так я и не понял. У нас на разведку годишься? Годишься, поехали. Там эти в девятый самые ваши Шахерезады, или как там их назвать-то, эти юниты. Читерские, которые. С ними, по-моему, как раз все так. Так и знал! Лучше какой-нибудь, да, Коцунова. Ну чё, количество есть. Есть силы, ума не надо. А, радиаторы, точно. Люплекс внезапно пошел. Куда это он пошел? По рукам, видимо. Ничего себе. Он нас предал. Ну, следующая стрим непонятно когда будет. Так,
Ладно, посижу еще. Идеально. Никто тебя не уговаривал. Мы уже тебе прощай сказали. Все, тебя нет. Спать нам хочет уже. Время позднее. Спать надо, как же. Конечно. Если не выспаться, сделай плохую компанию. Лобин 4 будет совсем плохой. Кажется, хуже это надо умудриться сделать. Так, ну вот сейчас посмотрим. На пушку нападу. Был уже, да. Этот Алекс проспал третий лабиринт. Был. Это многосерийный фильм. Пока ты отдыхал там на курорте в своем Крыму. Да, пока тут... в море ноги полоскал. Да, да. Блин, у них неплохо турель бьет. Почему моя хуже бьет? Почему мне пришлось 6 ставить? Чую, не буду я писать никакого обзора, поскольку все не так. Раз все не так. Все не так, ребят. Да. Да попади ты в него, что-то. Вот поехал, дурак. Ладно, хватит. Скажите ему пушку на мать. Отлично. Да что ты? Так, я надеюсь, тут не будет по 5 баз. Вот нафига Knuckles третий лабиринт сделал. Кстати, я вчера посмотрел прохождение его. Кто проходил? Razer проходил. Угу. Чё он видео, сказал? Видео. Чё, да чё, на 30 минут весь как. А чё же мы так долго тогда там парились? Нет, мы вообще его не показывали, третий. Кто у меня убил 4 танка, я не пойму. Я тоже, кстати, не понял. Одна пушка, что ли, вынесла 4 танка? У тебя, они, может, покоцаны уже изначально. Да ты с ума сошел? Целая колонна, я ее привел только что. За гору. Слушай юзера. Точно. Да он сейчас отвлечется же, наверное, да? Ну, да, да, да. Ну, а смысл тогда такой? А раньше, по-моему, он тупо... Ну да, да. Не, я не понял, как я потерял 4 танка. Это тоже. Это жесть просто какая-то. Они просто пых-пых-пых и нету. О, как красиво все. В крови буквально. И еще 2 там в самом заводе стоят, смотри-ка. Mm-hmm. 30 минут это потому, что Рейд по правильным путям все прошел. Без единой ошибки. Ну понятно. Да он тупо слой открыл и не парился. Правильно сделал. Ален. Пока разъединишь, все, все уже умерли. Ну пипец. Так, эти человечки с горы там. Едь подальше.
Давайте, спускайтесь с гор. Хитро тут. Я тут еще базы есть, предметы. А, это он ее построил. Что-то от меня. Давай. Весело. Убьете его? Нет, одного дебила. Опять базы есть. Живучий. Опять построили что-ли там? Локатор свой. А, еще поставить. Нет, не достал. Ексексексексексексе. Мне кажется, что Razer, да, там включил. Что-то включил, что так идеально затащил. Он честно тебя затасил. Тут еще танку сдал, да охренеть можно. О! Не, Лик, такую еще одну четвертую чуть-чуть я сегодня что-то... Да, да, да. Полтора часа я что-то как стремаюсь. Эти уроды не слазят, не стреляют, что-то толку. А, вот стреляют, сволочь. Ну и ладно. Все? Нет? Так, смотрим тогда. Что-то тут? Что-то тут нечисто. Может, надо спать сколько-то там собрать, чтобы ты выиграл? 5000? Что-то там про 5000, по-моему, был. Или, а, и 5000 в предыдущем месяце было. Ну все, ты проиграл. Точно. Что-то еще юнитов всех вывести. Может, я не помню, что Бентат такое говорил. Да мы и с тобой не помним вообще, что он говорил. Поэтому я вообще не помню. Не будем раньше я. Времени. Может, юнитов всех вывести. Но опять же, я такого не припоминаю. Кто ничего не сказал. Надо как да. Битнице, что ли? У меня была фишка, да, собрать надо спайс во фрименских компаниях. Но там было это сюжетом объяснено. Поэтому я считаю, это хорошая вещь. Сейчас людей поубивать мне надоели, они стоят на горе. А чё, этими ты их убьёшь, думаешь?
А это же ракеты? Нет? Ну, они внешне как ракеты, а так... Не знаю. Сейчас проверим. Ну, вот свистящие бы, вот их бы побили. А вот они убили уже, видишь? А, ну, хрен знает, с какого расстояния. А и они сейчас главные турели убьют, видишь? О, тогда нормально. Да я тебе говорю, отлично. Тогда вот отлично. И все. Это то есть как бы как тройка, только быстрее и дальше, выше. А, как тройка. Да-да-да. Мини-рокет. Ну да. Турель по ним не достанет тоже. Халяву вообще. Ну вот я бы играл, я говорю, если бы группы были, я бы играл вот так. Без группы тяжко мне. А, и бьет. Блин, она меня бьет. Значит, достает. Значит, любит. Ну может там угол какой-то еще, понимаешь, снизу может надо. Угол падения рай, ну да, 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 да. Другая подъема. Да ну. Пушка да. Мешала пройти миссию. Да, так вот. Останется один пьяный от пушки. И выиграет. Виктори! Мои поздравления. С днем рождения. Ты делаешь успехи. Кое-кто сомневался в твоих способностях. Я даже знаю, кто это. Но я рад, что ты доказал им их неправоту. Ты, я знаешь, что хотел сказать? Вот по поводу вот того, что долго сидишь, копишь технику и потом начинаешь воевать. Такие миссии, ну, таких миссий должно быть несколько. Знаешь почему? Потому что различные уровни технологического развития. То есть нужна крутая войнушка на джипиках, нужна крутая войнушка на танках, и нужна крутая войнушка, вот когда у тебя уже супер крутые юниты. То есть такие миссии 100% нужны несколько. Ну да, наверное. То есть вот то, что сейчас она на третьем уровне, вот с таким уровнем технологического развития, это совершенно нормально. То есть меня устраивает. Вот что будет дальше только? Ну... Защита, защита. Дальше появится. Пушки, пушки. Пушки вот... покруче, ракеты. Да. Да. Ну. Так, посмотрим, какой там следующий пароль засветим. Кейнгзум. Пароль, кстати, на... Солнце. В моем хаке такой был пароль. Угу. Кейнгзум. Ну да, вот первые три миссии тут хороши, и у тебя были три миссии первые хороши за три десятка. Да. А потом все одно и то же. Ну вот я тебе говорю еще раз говорю, одно и то же оправдывается разным технологическим уровнем технологического развития. Ты же видел, что я одними этими. Но не 9 раз, да. Но не 9 раз, да. Конечно. Ну вот так. Должно так что... быть разумное. Должно быть. Просто есть они и есть новые юниты. Ну, хочешь играй ими, хочешь не играй. Вот нет, так. Нет, нет, ты понимаешь, когда вы против себя продвоенный танк, ты уже хочешь, не хочешь, джипами не будешь воевать. Это да, это и 100% from hack. Ну, вроде все на сегодня тогда. Ну вот так вот, да. Сидели неплохо. Спасибо Razer, спасибо Липецку, Таю, конечно, не забудем. Ну что, ставим лайки, как обычно, следим за объявлениями, подписывайтесь на каналы, кто не подписался. Вот, с вами был Липецкий юзер, проходили мы миссии от Razer. Ну, всем счастливо. Ну, всем пока.